В этом году желающих проверить свою литературную эрудицию было предостаточно. На площадках муниципальных библиотек собралось 182 человека, более 50 писали диктант онлайн. А под сводами областной читальни любовь к Пушкину проявили 160 человек. Испытать себя решили люди разного возраста и профессии. К встрече с творчеством писателя все участники готовились одинаково тщательно. Все работы были проверены филологами, а результаты опубликованы на сайте библиотеки. Отличниками стали 48 человек. Так получилось, что из 48 ровно 24 – это взрослые и ровно 24 – это дети. Кстати, у нас уже не первый год принимают участие иностранцы. И иностранцы пишут у нас, конечно, не взрослую часть, потому что для них это немножко сложно, а стихотворную, потому что стихотворная речь легче воспринимается для людей, которые изучают русский язык как иностранный. И иностранцы у нас в этом году написали, 4 иностранца на «отлично» написали «Пушкинский диктант». «Пушкинский диктант» — это международный просветительский проект. Он был создан в 2016 году. В Тамбове проходит в четвертый раз, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Акция просветительская, ориентирована на продвижение русского языка и формирование образа России как страны с богатым культурным наследием. Победителей диктанта наградили в торжественной обстановке. Им вручили специальные сертификаты отличников и памятные призы от партнеров акции.